Фонд Госрезерва одобрил 22 заявки на субсидии для выплаты зарплат. Деньги предприятиям выдают под 1%, остальную кредитную нагрузку берет на себя государство. Одна из заявок на льготный кредит от Бендерского ЖУКа. У предприятия сейчас недостаточно средств для выплаты зарплат работникам. Из-за карантина резко сократились платежи от населения. Также арендаторы временно были освобождены от арендной платы. Это и снизило доходы. Деньги на зарплаты банки выдают как кредиты, но для самих предприятий и организаций они выходят почти беспроцентными. Проценты по кредиту платит государство. Помощь за время карантина уже получили 22 предприятия. Отказов в предоставлении кредита не было. Еще одна мера поддержки – продление сроков погашения ранее взятых льготных кредитов. Предприятия, которые ранее получили кредиты на развитие производства, могут обратиться в коммерческие банки с просьбой изменить сроки погашения. Решение принимает Фонд Госрезерва. На наш взгляд, это вот те действенные шаги, которые государство оказывает бизнесу в этих непростых условиях, для того, чтобы даже несмотря на период действия чрезвычайного положения, бизнес смог сохранить свои параметры, бизнес мог дальше двигаться вперед и по итогам чрезвычайного положения, когда все это закончится, мог вернуться к нормальной производственной деятельности. Наблюдательный совет Фонда Госрезерва уже продлил сроки погашения кредитов для нескольких агрофирм, которые потеряли урожай из-за засухи.